Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента. Мы снимаем видеообзоры на наиболее популярные наборы. Сегодня у нас набор компании Intertool ET7151 на 151 предмет. Набор является профессиональным, изготавливается на острове Тайвань. Это указано на упаковке. Есть у компании Intertool наборы, которые изготавливаются в Китае, но они, конечно, по качеству будут похуже, и там цена, соответственно, намного ниже. Набор поставляется в такой вот бумажной упаковке. На упаковке видите логотип компании Intertool, 3 рабочих квадрата, 1 вторая, 1 четвертая, 3 восьмая в наборе, 151 инструмент и CRV, материал изготовления, хромбонадевая сталь. Сзади указана комплектация набора, что находится в комплекте. Так, 3 трещотки. 1 вторая, 3 восьмая и 1 четвертая. Трещотка под квадрат 1,2. Размер ее 26 сантиметров длина. Она разборная, то есть трещотки они разборные, можно заменить внутренние части или, допустим, служить трещотку внутри и смазать. Имеется быстрый сброс головки, она полностью прямая и покрыта полипропиленом. То есть это такой пластик. Она внутри металлическая, но вот таким защитным покрытием покрыта. По бокам накладки черного цвета, это резина. И логотип компании Intertool. Трещотка под квадрат 3 восьмых. Длина ее 20 см. Также покрыта защитным слоем. Имеет быстрый сброс и реверс вправо-влево. Также разборная. И трещотка под квадрат 1,4. Длина ее 15 см. Та же трещотка на 72 зуба. В наборе трещотки на 72 зуба, они считаются как бы не силовыми, но ими удобнее работать в тесном пространстве. Далее, удлинители под квадрат 1,2. Два удлинителя 250 и 125 мм. И надписи на удлинителях хромванадий и логотип компании Intertool. Как вы видите, инструмент в наборе весь он блестит, покрыт хромом, он полирован. То есть это есть и свой недостаток, есть и плюс. Плюс в том, что вы можете тряпкой вытереть, и он опять у вас как новый. Конечно, недостаток то, что отпечатки пальцев он оставляет. Через такой переходник, который есть в наборе, удлинитель 250 мм, можно превратить в Т-образный вороток. Вот ним срывать гайки, но никак не трещотками. Данный переходник также можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Вот трещотка 3 восьмых, одеваем и можете использовать головки под квадрат 1,2. Так, по комплектации. Удлинители 3 восьмых. 1, 125 мм. И два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 100 мм. Набор Г-образных ключей. Три кардана. 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. Ну, здесь все сделано качественно, поэтому это не имеет существенного значения. Так, набор бит. Вы видите набор бит, они каждая в своей ячейке. Ячейки подписаны согласно размеров. Эти биты используются с квадратом 3 восьмых и 1 вторая. Два переходника есть в наборе. 3 восьмых, 1 вторая. Выбираете нужную биту и используете данный метод. Это счетка 1 вторая. Также можете использовать переходник, чтобы использовать квадратом 3 восьмых. Три свечные головки. 21 мм, 18 мм и 16 мм. Они имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, набор головок.
Профиль в наборе шестигранный, коротких головок в наборе 40 штук. Они идут под квадрат 1,4, под квадрат 1,2 этот ряд, и вот этот ряд это под квадрат 3/8. Самый большой размер это 32 мм. Две головки на 32 мм составляет 224 грамма. И самая маленькая головка 4 мм под квадрат 1,4. Так, головки, вы видите, половина глянцевая идет. Здесь у нас насечка посередине и внизу матовая. Имеет логотип Intertool, хром ванадий надпись и 32 мм материал затопления. 32 мм это размер головки, извиняюсь. Так, еще головки Torx. В наборе идут головки Torx, 13 штук. Е4 самая маленькая головка Torx и самая большая Е24. Верхняя крышка. Набор головок длинных. Общее количество длинных головок 18 штук. 4 мм головка самая маленькая. И самая большая головка 22 мм. 6 граней. Набор бит. Биты в верхней крышке, они используются с отверткой. Вот, отверточная рукоятка есть. Биты здесь также подписаны, каждая согласно своего размера. Они прессованы в головку уже. Одеваете нужную биту на отверточную рукоятку. Так, биты здесь идут у нас крестовые, идут шлицевые, торкс и шестигранные. Данная рукоятка также может использоваться и с головками под квадрат 1,4. Материал рукоятки самой. Здесь у нас красный цвет это резина и черный это пластик. Имеется также квадрат вверху рукоятки, для того, чтобы можно было подсоединять трещотку. Делаем реверсивную отвертку. Или можно еще добавлять удлинитель. То есть уже по мере надобности, что, как и где вы будете работать. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Длина его 11 см. Так, по комплектации все. Теперь визуально покажем сам инструмент. Потому что есть инструмент, который не очень встречается, набор инструмента, который не очень качественно изготовлен. Есть следы литья на элементах в наборе, есть, допустим, неровности, какие-то сколы, там стенка головки с одной стороны шире, с другой уже. Здесь инструмент сделан качественно, то есть придраться не к чему. Нету ни следов литья, все отполировано, все ровно. Вот, видите, свечная головка. То есть все аккуратно сделано. И карданы. Весь инструмент здесь глянцевый, отполированный. Как я говорил, здесь есть и минус, есть в этом и плюс. Плюс в том, что он быстро вытирается и опять все красиво и чисто. Теперь крышка, верхняя крышка. Мы показываем, как инструмент закреплен в верхней крышке, чтобы исключить выпадание инструмента при закрывании. Это очень, как бы, неприятно, когда вы поработали инструментом, пытаетесь его закрыть, а у вас вываливается все с верхней крышки. Здесь, как видите, все хорошо держится. То есть хорошо очень защелкивается, все держится в своих местах. Это зависит еще от кейса. Здесь кейс тоже изготовлен. В принципе, нет здесь к чему придраться тоже. Кейс очень качественно тоже сделан. Кейс состоит из двух частей, скреплен он пластиковыми такими зависами, но внутри имеет металлические штыри. Зависи. Рукоятка складная, обрезинена. Защелки металлические тоже идут. Теперь по габаритам кейса. Так, габариты кейса у нас. Вес набора составляет 9,5 кг, ширина 44 см, длина 29 см и высота 9 см.
Сверху, как видите, на кейсе такой узор. Кейс очень смотрится нарядно. Посреди металлическая такая бляшка с логотипом компании Intertool. И по бокам металлическая защита на кейсе тоже стоит. Что еще? Имеется отверстие для того, чтобы можно было повесить замок, чтобы инструментом вашим никто не пользовался. Также, видите, он просто очень закрывается, защелкивается. Данный набор считается профессиональным. Имеет массу положительных отзывов. У нас, по крайней мере, кто покупал из наших покупателей, все оставили положительные отзывы о данном наборе. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайк, кому это видео понравилось и кому помогло с выбором набора инструментов. Если у вас был опыт использования, оставьте, пожалуйста, комментарий. До свидания.